В городе Череповце, Вологодской области, при металлургическом заводе создано техническое училище. Недавно оно получило новое здание. Знакомство с училищем мы начнем с общежития. Здесь живет 150 юношей и девушек. Как всегда, день у Юрия Докшина и его товарищей начинается с физкультурной зарядки. А теперь вместе с нашими новыми знакомыми пройдем в одну из лабораторий училища. Здесь занимаются будущие слесари по ремонту и монтажу электрооборудования. Электромонтер тоже одна из самых необходимых профессий на производстве. Эту специальность решила освоить Рита Сакова, которая еще недавно работала библиотекарем. Борис Новоселов станет аппаратчиком коксохимического производства. Эта же профессия овладевает и Николай Сокол. Скоро в коллектив череповецких металлургов придут новые квалифицированные рабочие.